Всем здорово, друзья! Меня зовут Скретчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Лоня! Всем здорово! И это новая серия магического мира. Погнали! В общем-то, ребят, сегодня мы с Лоней установили просто офигительный мод, который позволит нам собрать головы всех мобов. И у нас сегодня такой челлендж получается, что нам нужно собрать головы всех. Это будет очень круто. Да, ребят, тут, короче, у нас обновочка. Посмотрите, деревья, красота. Сейчас осень, половина деревьев рыжие, выглядит это очень круто. И внутри дома мы тоже немножечко все поменяли. Но перед тем, как мы покажем, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно же, ставьте лайк, чтобы я позвал там Мистика, лайк. Разных блогеров и пригласил их в этот летсплей, короче, чтобы было весело, да, Лоня? Да, это будет круто. Да, короче, ребят, первым делом у нас появился второй этаж, и он безумно крутой. Теперь у нас здесь печечки стоят вот так вот, а здесь комнатка вот так вот, и у нас появился порт, где стоят у нас лодочки и самолет, чтобы мы улетели куда угодно. Выглядит очень круто. Да, и также, Лоня, иди сюда, секретную комнату я сделал, ребят. Вот как в прошлом летсплее был, который закончился, к сожалению, но потому что там уже модов чересчур все лагало, и поэтому мы начали новый летсплей. Здесь у нас столик зачарований. И вы спросите, Скретч, а как ты добудешь головы всех мобов? Спрашиваю. Как? Короче, вот, головы всех мобов, и нам понадобится зачарование, которое называется Бихеринг. И для того, чтобы нам его получить, нам необходимо пытать свою удачу в этом столике зачарований. Но самая главная проблема в том, что у нас нет нифига... А, у нас 61 лазурит, окей. Я думал, у нас нету. И потом, ребята, на втором этаже мы разместим вот здесь вот куча трофеев, где будут головы абсолютно всех мобов. И после того, как мы соберем головы всех мобов, произойдет нечто невероятное, от чего ваши глаза просто таки бум. Короче, будет жесть. Мы сами не знаем, что будет, но нам сказали, что вы офигеете. Скретч, я хочу Rocket League купить, что делать? А, ну смотри, помнишь, ты сестре подарок делала? Ну вот в моем магазине ты и можешь купить эту игру, и там любые игры, ребят. Помимо Майнкрафта, там 500 миллиардов игр, и там очень круто. О, спасибо. Да, ссылочка в описании. Так, создаем палочки и создаем алмазный меч. Почему алмазный? Потому что алмазный. А у меня железный. Больно. Кстати, нам надо бы в шахту будет сгонять броню свою сделать, а то я в штанах с сумочкой, в шляпочке. Ваш красавчик. Так, окей. Засовываем меч, и здесь пока я не вижу никаких нужных мне зачарований. Так, ребят, у нас есть немножечко другая идея. Я где-то видел, у меня книжечки были, и прямо сейчас я попробую зачаровывать книги. Есть какой-то шанс, что нам выпадет специальное зачарование, которое называется Бихиден, при помощи которого мы сможем снимать головы с абсолютно любых мобов. И соберем все головы. Так, это книг не вижу, ё-моё. Стой, а мы даже головы с коров сможем снимать? Со всех мобов, даже с тебя, Лоня, и повесим их на специальные пьедесталы, которые, к слову, крафтятся безумно просто. В общем, сделаем. И головы эти выглядят, ну, очень прикольно, и будет очень круто, я уверен. Так, ладно, ребят, у нас есть книжечка, точнее, бумажечка. И есть кожа, и сейчас попытаем нашу удачу. Надеюсь, у нас получится создать книжечку и зачаровать ее сразу на нужное нам зачарование. Так, ну что, попытка не пытка, да? Попытка не пытка, а пытка. Пытка, поехали. Не то. Что тебе выпало? Мне выпало зачарование, которое называется отдача 2. Ну такое. Так, кстати, ребят, у нас же дофигищ тростника здесь растет, и у меня в инвентаре 30 штук. Так что сделать книжечки не проблема. Потому что собрать головы всех мобов в Майнкрафте — это что-то с чем-то. И при этом мы получим что-то секретное в самом конце. Я думаю, это будет жесть. Так, ну что, начинаем зачаровывать. Буду зачаровывать вот так. Так, я зачаровал несколько книжечек, но пока что-то это мимо. Так, дай мне, я хочу попробовать. Ну давай, давай. Кстати, здесь бы этот поставить сундучок, в котором у нас будет лазурит и все книжечки. Это будет очень удобно, кстати. Ну давай, я надеюсь, у Лони получится. Фигач. Дай книжку. Ну на целых 7 тебе даю. Ну что там, Лоня, получается что-нибудь? Так, а какое нам нужно зачарование? Бехи один. Так оно тут есть. Есть? Да, сейчас скрафчу. Скрафт, ну крафти давай, а ну-ка. Ты меня троллишь. Вот эти вот твои троллинги, Лоня, я тебя сейчас это ручечкой тут этим блокнотиком бам-бам-бам. Да я тебе не верю, это острота 3 по-любому, да? Так, что тут? Бихидинг реально, капец. А что с собой случилось? А так, ну вот
Скретч! Да что, ничего не знаю. Да, кстати, у нас где-то наковаленка стояла, как раз таки вот она. И зачаруем эту штуку на меч. В смысле, не получается? Может, на топор тогда получится? Видимо, это зачарование только на при... Да, на топор получается. Ну давай, знаешь, мы же крутые с тобой, ребята. Сделаем алмазный топор. Почему бы и нет? Создаем топор, у нас остается 4 алмаза. Кстати, ребят, у нас тут 2 овечки разноцветные появились. Мы их в покеболе принесли. И самое время зачаровывать на бихидин. Готово. Так, ну что, проверим? Ну я не знаю, ой, прикинь, на твоей этой теперь нет головы. Так, ну что, что такое? Моя голова. Реально? Так, одень себе. Надень, да, давай. Опа. Вот это ты, конечно, головастик. На себя посмотри. Короче, ребят, давайте еще для пущего такого эффекта сделаем себе пьедесталы, на которые уже начнем устанавливать различные головы. Почему бы и нет? Нам, кстати, за деревцем надо будет сгонять. У нас дерево тут как кот наплакал. Так, начинаем ставить различные пьедесталы вот таким вот образом, ребят. Ну это красота. И прикиньте, здесь мы разместим все головы всех мобов. Это же просто жесть. Так, ну шо, Лань, твое пришло время повесить. Твоя голова будет стоять вот здесь. Ладно, так уж и быть. Давай, срубай мою голову. Сейчас это, меня тоже повесим вот сюда. А здесь будут мобы, но нам еще понадобится немножечко этого. Нет, не хочу умирать, но придется. Да, до свидания. Так, ну шо там? Так, твоя голова выпала. Смотри. Как будет Скретч выглядеть, если он будет девочкой? Нормально, давай, вставляй голову вот сюда. О, красота. И теперь скидывай мне этот топор. И надо, кстати, знаешь что? У нас железка, по-моему, было много. Надо бы обновить нашу железную броню. Да это капец какой-то. Так, Скретч, у нас так и 5 железа. Нам этого будет точно достаточно. Да, это круто. Кстати, у нас 6 слезок Гаста. Давай, Лань, прямо сейчас и тебе, и себе я создаю железную броню. Собственно говоря, почему бы и нет? Бобуц раз, бобуц два. И после этого, ребята, отправимся. Отправимся на просто невероятные приключения. Я не знаю, а был хоть один человек, который собрал головы всех мобов в Майнкрафте? Так, ну надо, доделывай сама себе броню. Мне что-то лень стало. Так, первым делом, ребят, ну конечно же, одну овечку надо бы нам срубить. А где голова? Не повезло. А с черной выпало, неплохо. Зато теперь у нас овечек, конечно, нету, но такое себе. И смотрите, ребят, я не зря выстроил вот таким вот образом эти колонны. Нам нужно их будет выставлять, чтобы они были в расстоянии как минимум меньше блока друг от друга. Короче, должны все пьедесталы стоять рядом с головами. И после этого, как только мы поставим все головы, произойдет бу-буц. Ну не взрыв, а что-то магическое. Какие-то крутые вещи произойдут. В общем, придется нам все это узнать. Так, погнали с тобой зарубим спрутик. Почему бы и нет? Интересно, а у спрута есть голова? А давай проверим. А давай, почему бы и нет? Так, спрутик, Лонь, он слишком быстрый. Так, ну с этого голова не выпала, но не факт, что она не выпадет с других. Ладно, дельфин, иди сюда. Так, с дельфинчика выпала только селедка. Так, ребята, мы посмотрели, у спрута нет головы, так что нормально все. Кстати, Лонь, хочу тебе кое-что рассказать. Я сейчас на своем сервере в Майнкрафте, где куча мини-игр, выживание с магией и так далее, разыгрываю донат-кейс. Что, в смысле? Ну, короче, кейсик, ты его открываешь, и оттуда может выпасть любой донат, даже за 3500 рублей. И, короче, ребят, как поучаствовать? Просто в комментариях пишите свой ник, и результаты я подведу завтра. Ну, и обязательно, ребят, нужно быть зарегистрированным на моем сервере, айпишник, все дела в описании. О, а я поучаствую. Да хорошо, без проблем. И давай с тобой дождемся ночи, и пойдем убивать и кромсать вот этим алмазным топором всех, и раз, два, три, парарам, и готово. И прямо сейчас начнут появляться различные зомбики и так далее, из которых мы как раз таки сможем вытащить голову. А вон и первый. Тедди, ну это вообще изи по факту. Там бам-бам и бам-бам. Не повезло. Так, зомбик, а с тебя что-нибудь? Опа, на голова зомби, неплохо. Там крипер есть, давай его убьем. О, голова крипера, это святое. И да, ребят, кстати, Родион, с которым я вот снимал вчера и позавчера, заболел. И давайте пожелаем в комментариях ему выздоровления. Он смотрит ролики, так что ему будет очень приятно. Ладно, давай голову скелета сначала достанем. Для них, конечно, нужно это место освободить в инвентаре, потому что это все плохо по месту. Так, голова скелета уже есть. Кстати, интересно, а из них можно что-нибудь крафтить? Павук, голова павука, ну это вообще изи. Так, не повезло. Но с тебя-то точно. Да, Лоня, выпала голова паука. Ну вот голова крипера, это, наверное, самое сложное, потому что он брыкается и пытается нас убить. Но я думаю, все будет в порядке. Так, крипперы, идите сюда. Скретч идет на охоту. Так, а вот и крипер. Главное, чтобы он не взорвал. Так, скелеты, не мешайте. У меня тут, между прочим, важная миссия по похищению головы. О, все, Лоня, голова крипера тоже на месте. Так, я думаю, можно вернуться домой и установить голову. Кстати, лошадь. Анг, привет, здравствуйте. Сейчас я тут что-нибудь выкину. Допустим, шерсть белую. Зачем она мне нужна? Лазурит переделаю. Так, ой-ой-ой, Лоня, на меня лев напал. Ты кто такой? А ну и пошел отсюда. Я с тобой не хочу дружить. Ты это, кусаешься. Так, лошадочка, здравствуйте. Я вас приручать не буду. У меня
самолет есть. Так, ну, голова, по-моему, из нее не выпала. Да, не выпала. Так, а белая овечка. Кстати, ребят, цвет овечки вообще не важен. То есть мне нужна как минимум одна голова любой овечки. И все. А, здравствуйте, кукареку, Лоня. Голова выпала куриная. Куриная голова, это... А ну-ка, я ее надеть не могу, она слишком маленькая. Так, ну что, погнали домой, разместим наши головы и раз, два, три. А вот и наша лаборатория, голова курицы. Ой, какая она смешная, посмотри, Лонь, ты где? Красота, красота неимоверная. Да, яйцо с усами. Ой, носом. С клювом. Кстати, ребят, мы сейчас посмотрели, у дельфина тоже есть голова. Так что прямо сейчас отправляемся к дельфину, Лоня, меня унесли. Все нормально, я здесь. А, здравствуйте, молодой человек, мне нужна ваша голова. Можно, пожалуйста, одолжите, пожалуйста, выпало ли? Да, выпало. Ух ты, круто, погнали. Не, ну это красота, ребят, красота неимоверная. Куда поставим? Да куда-нибудь ставь, кто-то скелет на меня напал. А ну-ка. Выглядит круто. Но мне это нравится, нравится. И следующая наша жертва, ребят, это житель. Ну и также, Лонь, нам придется убить железного голема. Нет. Да, ребята, головы абсолютно всех мобов мы сегодня сможем с вами собрать. Блин, вот этот бэкпак вообще не вместительный. И, кстати, его можно расширить, так что прямо сейчас этим я и хочу заняться. Так, Лонь, для того, чтобы нам улучшить наши бэкпаки, нам нужна шерсть. Я вижу, у тебя она есть. А ну-ка, давай, делись. Так, перышки подержите, пожалуйста. О, 8 штук. Кстати, это, по-моему, то, что нам нужно. Прямо сейчас тогда я улучшаю свой рюкзак, и теперь я могу улучшить еще и твой рюкзак. Так, бац, 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 бац. Лови свой рюкзачок. И мы отправляемся в путешествие. Прямо сейчас мы отправляемся в деревню для того, чтобы замочить там голема и жителя. И, надеюсь, выбить их головы. А, вот, вот, безработный, да, ой, 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 как грустно, жалко, да, Свет? Так, выпало? Да! Выпало? О, ой, все, носатая Лоня вернулась, ребят, смотрите. Так, что вы на меня смотрите, я не поняла. Да ничего, ничего. А, привет, братишка, а не хотите ли вы мне свою голову отдать? Опа, захотел. Все, Лоня, сори на меня. Ну, теперь ты мистер Свин. Лоня, у нас проблемы, у нас большие проблемы. Нельзя давать ему подойти, ой, он погрязнел. Смотри, главное, чтобы последний удар я нанес своим топором. Так что дерись с ним, Лонь, я постою, посмотрю. И чисто теоретически я могу убить его сейчас топором. И из него не выпало, блин. Так, походу придется идти в другую деревню. Так, Лонь, здесь еще один голем. И также нам придется убить собачку, кошечку, Блейза и так далее. Ну, то есть таких мобов самых стандартных майнкрафтовских. Но пока у нас это, один главный враг, который мне уже это, и шляпу сломал, и все поломал. Так, Лонь, вообще по-хорошему нужно бы загнать его в какую-нибудь ловушку. Это что он тут? Это он больно дерется. У нас ничего нету, никаких приспособлений, чтобы его расфигачить. Так, Лонь, у него осталось совсем чуть-чуть хп. 9.44. Это два удара. Последний удар, Лоня. Е! Из него выпало, выпало, выпало. Все. Ребят, посмотрите, сколько просто оповещений о смерти, да. О, красавец. Ты тоже носатый. Все, мы с тобой семья. Носатые. Лонь, я не хочу этого делать. Но ради достижения нашей цели надо придется это сделать. Он свалил. Ладно, тебя не тронем, ты милый был. А вот вы злюки. Это что у вас два злых это, песика? А ну пошли отсюда. Вы злюки. Я с вами драться буду. Голова! Лоня, голова, голова песика. Е-е-е. И кстати, ее тоже нельзя, к сожалению, надеть. Так, нам нужно еще лошадь убить. Блин, ну она такая милая. Прости, братишка, я не хотел. Но ты всего лишь набор кода. О, все, у меня есть голова, Лоня. Но теперь, ребята, нам необходимо отправиться в ад. Мы 100 миллионов лет не поджигали наш портал. Потому что если мы от его поджигаем, оттуда 500 миллиардов разных тварей выползает. Вот эти вот круглые разные непонятные чертики, которые норовятся нас убить при первой возможности. Так что мы подвергаем себе сейчас огромной опасности, но это ради того, чтобы получить главный заветный приз, который откроет нам много возможностей, и мы станем непобедимыми. Так, ребят, ну что, мы с Лони нашли спавнеры фритов, и прямо сейчас будем с них головы выбивать. Кстати, я свою алмазную кирку где-то... А, у меня только железная была, ладно. Эй, алмазную уже себя приписал. Так, ну чё, голову, пожалуйста, можно? Палка. А головы не вижу. А, что такое происходит, Лонь? На нас летучая мышь бешеная напала. Пошла отсюда. Лоня, тут это много каких-то непонятных чувачков, которые очень страшные и опасные. Но голова эфрита ничего не переплюнет. Лонь, я предлагаю другой спавнер эфритов найти, потому что с этим я дружить чё-то не хочу. Это капец вообще какой-то. Кстати, Лонь, с этим зачарованием мы на изи можем выбивать черепа визор скелета. Это значит, убивать иссушителя будет гораздо проще. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс, иди сюда, скелетик-иссушитель, сейчас тебя рас... Ребята, да мы их перебили уже, тут 500 миллионов штук. И что-то нам не везет. Возможно, у них специально сделан такой шанс, чтобы на изи мы их не выбивали. Ну ладно, но мы-то профессионалы, мы-то справимся, да? Ты умер, голова выпала. Да я вижу, я вот вернулся, и, короче, голова у меня в инвентаре, ребята, но это бан. Это все, это очень круто. Так, а вот
Вот и первый наш подопечный, из которого мы голову должны достать. И кто напал? Паучара пошел отсюда, и ты пошел отсюда, я получаю его! Лоня, у нас голова есть. Не-не-не-не-не, пожалуйста. Ну ладно, нам все равно нужно было домой, чтобы уже начать размещать вот эти вот головы. Как минимум, нам не хватает двух пьедесталов. Сейчас сделаем. Так, Лонь, я принес два пьедестала. Ставим их вот сюда и можем уже размещать наши головы. Стоп, мы двух големов убили, и у нас было две головы големов. Нет, одна лишняя, одну надо срубить. Я ее сломал, и выпало две головы голема. Я ее ломаю. У меня три головы голема. Что? Это, видимо, баг с этими головами голема. О, смотри, Блейз это и пепелица. Прикольно. Прикольно. И сейчас, ребята, мы отправляемся в слой, не знаете куда, в снежный биом, чтобы добыть немножечко снега и сделать снеговичка. Кстати, нам, по-моему, даже идти здесь. Лонь, здесь снег есть. О, тогда вообще никуда идти не нужно. Да, так, лопатку только возьмем. А теперь можно отправляться за снегом. Так, ну что, ребят, добываем немножечко снега. Не знаю, сколько нам понадобится, но надо будем побольше. Почему бы и нет? В принципе, тут прям рядом с нашим домом. Чё, вообще не проблема. Быстрее за мной целая армия. Все в порядке. Так, Лонь, а у нас тыквы есть? Да, есть, я аж в первой серии добывала. Так, и где бы сделать снеговика, чтобы он нам тут все не понатоптал? Так, ну снеговик у нас будет расти здесь. Хотя, что расти, мы его убьем. Все, готов. Теперь, братишка, тебе это убить надо. Нет! Попытка номер два, в принципе, не проблема. У нас еще с тобой две тыквы, то есть две попытки. И бабам. Походу, ребят, последняя попытка. Самое логичное решение это получить семена тыквы. Но не в этот раз. Сегодня мы это... А у нас есть еще тыква. А еще тыква? Тогда нормально. Так, Лоня, спасибо, что притащила тыквы. Смотри, я прям вот такую вот армию сделаю сейчас. Бам, бам и бам. И теперь вырезал, убил. Вырезал, убил. Вырезал, убил. Че, реально ни одной, что ли? Так, Лонь, последняя попытка. Я надеюсь, что у нас все получится. Давай, у тебя, может, счастливая рука? Я тебе топор дал. Кстати, ребята, вот взлетная площадка у нас просто бо... Я застрял. Че? Выпало. Выпало? Да, и выпали снежки. Ну, снежки, это понятное дело. Ребята, Snowman Head, ну это подарок души. Какой души? Вставляем вот сюда. И на самом деле нам еще дофига голов нужно собрать. Но есть, ребята, небольшая проблема. Ролик и так слишком большой получился, так что я думаю, этим мы займемся в следующей серии. Ну а на этом, я думаю, можно закончить этот просто приколдысный выпуск. И если он вам понравился, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Лони и Скретч. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Лоня, ты это видишь? Что это? Ты видишь? Она пришла к нам. Нет, ты другое тут это. Ты ничего не замечаешь? Тут головы.